Всем привет! Это канал White Art, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим на новенькую клавиатуру от фирмы Dexp Omni. Такая красивая механическая клавиатура. Ну что же, устраиваемся поудобнее и понеслась! В комплекте руководства пользователя сама клавиатура, провод питания, пуля для съема кейкапов и пакет с дополнительными кейкапами. Не могу судить, насколько это богатый комплект по сравнению с конкурентами, но у Пантеона, к примеру, была щетка в комплекте, но не было кейкапов, а тут наоборот. Материал изготовления ABS пластик, единственное, что из металла, это роллер. Интерфейс подключения USB, хотя кабель отсоединяемый. И это, кстати, хорошо, поскольку можно легко убрать со стола данную клавиатуру и не лазить к корпусу, и не трогать провод там. Отсоединил сверху и освободил себе место на столе, к примеру, для руля. Кстати, кабель 1,8 метров. В изготовлении используется технология анти-гостинг, то есть распознавание одновременных нажатий на несколько клавиш. У клавиатуры имеется gasket mount. И надо сказать, клавиатура действительно тихая, если сравнивать с Пантеоном. У клавиатуры красные переключатели Ruby, которые вроде бы и не смазаны, хотя на больших клавишах у стабилизаторов проглядывается намек на смазку. Ресурс переключателей 50 миллионов нажатий. Всего клавиатура насчитывает 97 кнопок. И она реально компактная для полноценной клавиатуры. Габариты 391 на 141 на 42 мм. Вес всего 730 грамм. Итак, устройство тихое, приятного внешнего вида и с RGB подсветкой. Самое главное, что у кейкапа буквы прозрачные, и в темноте данная подсветка полезная, нежели у Пантеона. Данную клавиатуру можно сделать полностью черной или же белой, но на черных кейкапах хуже видны символы, если не включать подсветку. Поэтому я бы не стал ставить черные буквы, белые в самый раз. Можно как и без подсветки использовать, так и с ней. Самая прикольная подсветка белого цвета. Выглядит клавиатура солидно, также у данной клавиатуры можно регулировать высоту. У нее составные ножки из двух режимов высоты. Также все ножки прорезинены. В принципе, пока клавиатура новая, она стоит хорошо, не елозит. Что будет дальше, покажет время. Итак, господа, данная клавиатура поставляется вот в такой вот расцветке. Бело-черная, но если вас это не устраивает, то комплектные, пожалуйста, кейкапы позволят вам сделать полностью белую клавиатуру. Также можно будет сделать немножко кастомизации, поиграться с цветами, сделать так, как вам удобно. Например, наверное, кнопки VSD сделать черными, остальное все белое, да? Но мне вот пока нравится вот в таком цвете, который сейчас имеется. Возможно, когда-то я ее и поменяю. Прелесть этой клавиатуры в том, что она полноразмерная. Ну, почти полноразмерная. Отсутствует несколько клавиш, там принтскрин и еще что-то из этого. Но у меня как бы Shadow Play, и мне этот принтскрин вообще нахрен не нужен. Но здесь есть Numpad, которым, в принципе, удобно пользоваться, если какие-то цифры вы набираете на клавиатуру, да? Но вот я на самом деле вот попользовался вот этой клавиатуркой Pantheon маленькой, да, и мне как-то не зашло с компом, да, на консоли это самое то, да, небольшая, в руке там что-то лежит и все классно, но на компьютере нужно полноценную клавиатуру, соответственно, вот я ее себе взял, и она еще так вписывается в дизайн неплохо. Ну что сказать, клавиатура интересная. Вот так вот еще раз она звучит, это клавиатура от фирмы Dexp. Самая, наверное, дешевая, полноразмерная механическая клавиатура, которая предложена вот именно в таком форм-факторе. Там еще есть подешевле какие-то варианты, но вот именно, чтобы было красивое, да, не просто черная какая-то однотонная, а вот именно с различной расцветкой, вот самая дешевая. Стоит она 3800 в DNS. Ну, в принципе, неплохой вариант на самом деле за такие деньги. Есть также подсветка, и самое что хорошее, что клавиши, а именно буквы на этих клавишах прозрачные. То есть, когда у вас включена подсветка, вы будете видеть, какая буква у вас подсвечена. То есть, это не так, как здесь, когда у вас
просто подсвечивается внизу что-то, а буквы сами слепыми становятся. Нет, здесь такого нет, здесь все отлично. Так что мне вот в этом плане клавиатура даже нравится. Ну что же, пора заканчивать. С вами был канал White Art. Всем спасибо, всем удачи.